У нас постоянно открыт люк, падают и собаки. И вот сейчас в данный момент упал человек в яму. Данный люк, куда сейчас попала девушка, находится практически на детской площадке. И не дай бог, что еще у нас дети там, наши дети там, чьи-то дети попадут в эту площадку. Я просто прошу, чтобы руководство ТСЖ обратили внимание на наши эти проблемы житейские. Самое, самое.